совершенны. Механизмы машины общества отняли достоинство отчества, отняли автономию и свободу, в любую погоду власть не народу, стали крысами в клетке, заманили деньгами в сетке, новыми автомобилями и домами нас портят телевизорами, где лечат нас психологи, радиоведущие, политологи. От свободы, тогда нам психушка, либо тюрьмы и своды. Единственная альтернатива — это надежда. Ждем, ждем. А чего? Невежда. Ждем, ждем. А чего? Спросит невежда. Единственная альтернатива — это надежда. Ждем, ждем. А чего? Спросит надежда. Чего? Ждем.